Готовы? Да-да. Ну, на сегодняшний день отделом ЖКХ провели конкурсные процедуры по дорогам. Вы же знаете, что на сегодняшний день заключен договор с Монолит Астана 2050, подрядная организация. Они выполнили часть только улиц, которые на сегодняшний день это Лиза Чайкина и, получается, Хасенова. На этих улицах отработано. Осталась улица, промежуток где-то метров 600, это улица Мичурина. Я думаю, до конца октября мы данный участок завершим. Также в рамках среднего ремонта Кокшетаудором была улица отремонтирована Станиславского и Кокшетау-Жолдары отремонтирована улица Лермонтова. Также мы планируем еще до конца октября улица Энтемах отремонтировать в рамках среднего ремонта. Все. Улица Тумар. Улица Тумар была отсыпана в прошлом году. То, что на сегодняшний день там скорые не заезжали, это проулок улицы. Тумар 16. Мы выезжали на эту улицу, смотрели. Даже есть видео, где это заезд вообще к дому, проулок. В эту улицу мы не делали. В рамках на сегодняшний день по улице Тумар мы объявили конкурс. Это на разработку ПСД в рамках среднего ремонта улицы Тумар покрыть асфальтобетонным покрытием. Это мы планируем в этом году только ПСД разработать, пройти экспертизу и заявиться на следующий год на финансирование данного объекта. Если область или город нас поддержит, то мы на следующий год этот проект реализуем. Все, спасибо.